Юмор-ФМ. Сколько раз я думал, хочу ли я попробовать заниматься стендапом? Наверное, ну, где-то давай, в глубине души хочу. А вот так 5 лет, ты уж быстрее думай. В 30, да, я верю в то, что в 35 жизнь только начинается. Да, да, как его зовут? Мы же с Краснодара, там есть комик взрослый, как его зовут? Их там два. Есть Костя Бутаков, а есть Андрей Кузьмин. Бутаков. Бутаков. Костя начал в 40. 40? Да, 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 я помню, я открытый микрофон организовал в Краснодаре, на котором пришел на первый. Я думал, что это городской сумасшедший, если честно. Но он написал, у него аватарка ВКонтакте была в костюме, вот этом, знаешь, который свет отражает за 3000 с рынка. Он такой, я тут шуток написал, я сам с Хабаровска, я приду. Хорошо. Ты же, судя по всему, отказов не принимаешь, что приходи. Ну, было прикольно, мы за полгода с ним, плюс взрослых людей, которые приходят в стандарт. Да, бэкграунд жизненный сильно им помогает. Мы за полгода что-то с ним там поработали, и он в открытый микрофон в первый сезон прошел. Он хорошо там выступил. Ну. Хотя он еще вообще не понимал, что происходит. А через год уже до финала дошел. Ну вот так вот, говоришь. А ты 35-35. Но это Костя. Это Костя. У тебя нет такого костюма, я не знаю. Да и не Костя меня зовут. У Антонов вообще-то путь другой. У Антонов, вот Зацепин, например, да? Какой короткий путь. Какой короткий рост. Так, Антоха, привет большой. Кстати. Сколько процентов, Лёня, у тебя художественного вымысла, а сколько вот личных наблюдений, основано стендапа на личном опыте? Я думаю, 70 на 30 где-то. 70 личного и 30 выдуманного. Или наоборот? Не, ну ты гиперболизируешь, что-то утрируешь. А так, ну у меня больше жизни, у меня и аудитория такая приходит из-за того, что правды много очень. Кстати, вот один из вопросов у меня был тебе. Опиши свою аудиторию. Ну, вы их видите. А здесь можно бренды магазинов говорить? Ну, тебе да. Что, как мы тебя остановим вообще? Да, да, да. Они все в красно-белом сейчас. Ну, чисто теоретически, я тоже твоя аудитория, Леня. Да, мы сформулировали, знаешь, как мы недавно вот со Складчикова ездили в тур. Я очень нравлюсь мужьям ее аудитории. Вот так вот. Прикольно. Вот мужики, которых затащили жены на... Ой, пойдем, Виконьку послушай, сейчас она тебе все расскажет, кто ты такой. И я вот 30 минут вначале такие, ну вот, нормально, все. И пошел дальше по своим делам. У меня сейчас прям, знаешь, у нас недавно в гостях был Митя Фомин. Ну, это не моя аудитория. Это, да, не твоя аудитория. Но... Как же ты сейчас это свяжешь? А все очень просто, вот видишь. Ребята съездили в тур, а Митя Фомин и Саня Семенович едут в тур. Вот это связал. Да, 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 тоже мальчик-девочка, да. Тоже со стендапом, да. Ребята поехали, да. Она с фокусами, она со стендапом. Так, Витя Комаров сыграл далеко не последнюю роль в твоей творческой жизни, в становлении себя как стендап-комика. Да, расскажи, что так. Мы с Витей познакомились в 2012 году на батле, на первом, который делал Слава Досмухаметов. Да. Вот мы тогда дуэтом выступали, и там комиков было со стендапом, по-моему, человек 7 на сезон. И мы тогда, во-первых, мы верили, что за миниатюрами будущее очень сильно. Мы прям смотрели такие, ну что это такое? Ну, в самолете тебе тяжело. А вот кита-убийцу попробуй придумать, пожалуйста. Вот так плюхнись, как я тяжело. И мы там познакомились, он до финала дошел. У меня дуэт распался. В 2013 году я Витю попросил помочь чуть-чуть. Он мне там что-то подправил. Я год ездил, рассказывал один монолог 5-минутный. И вот Comedy Battle 2014 года я уже приехал, мы здесь с ним полмесяца писали. Он мне полностью изменил структуру, как это работает. Ты вообще, то есть за эти полмесяца, по сути, никуда не выходил, вы просто вот именно занимались созданием материала? Наоборот, он с утра перед офисом писал со мной шутки, сидел, шел в офис, там как раз стендап на ТНТ уже был, а вечером вез меня по открытым микрофоном. Он фактически показал, как эта инфраструктура строится, как открытые микрофоны устроены, как материал пишется. Я в Краснодар все эти знания перевез. У нас не было бы краснодарского стендапа, если бы не Витя Комаров. И он периодически на каких-то этапах в жизни появлялся, там какие-то советы давал, что-то как-то подсказывал. Вот на основная, опять-таки, первая у меня тоже была, он там давал какие-то советы. В стендапе на ТНТ есть термин «основная», это вечеринка, в которую попадаешь, ты уже, если туда попал, ну, процентов не достать, тебя снимут. И вот Витя мне по ходу этапов жизни очень часто отдельные советы давал. Красавчик, крутой пацан.
круто. Да, Витя хороший парень. Да? Конечно. Так он и объединение Циммерманов создал по стендапу. Он вложение сделал в стендап такое, просто никто не знает, он сам не афиширует. Не знаю почему. Я бы на его месте ходил с короной на голове. Точно, Циммерман, я знаю. Там Марочек Волошин, наш общий знакомый с тобой. Сейчас вообще говорящий свет, сейчас люди никакой информации не берут. А, ну да, Марат, да. Да, по-моему, там я его и видел. Друг мой близкий, пиарю как могу. Это какая-то про Сашу Самойлова в Ростове спрашивают, то же самое. То же самое, да, все. Слушай, круто, не-не-не, то, что Витя классный чувак, это я всегда знал, но вот эту историю я не знал, прикольно. Они много делают так вот, знаешь, втихую, и потом просто кто-то рассказывает. И я не помню, уже у комиков есть вот это тщеславие, когда я все сам. Не, надо рассказывать, кто кому что помог. Сейчас молодых много попереезжало, которые большой вклад в комедию сделают там на дальней дистанции. Кайф. Смотри, Лень, а если не стендап, то что? Слушай, вообще уже не понимаю, я ничем другим не смогу заниматься. Я тупой, и у меня вот проблема, что я вот этот жанр выучил, я понял, как с ним работать, организовывать. Угу. Все, что, наверное, организация концертов, вот это я понимаю тоже немного, но лучший стендап. Лучший российский стендап-комик? Расул Чабдаров. Ну, кстати, Расул? Да. Мощно. А почему что? Расул? Потому что невероятные творческие изыскания у него происходят. Он неоднородный, он много всего делает. У него есть несколько образов. Как комик просто он разваливает невероятно. Он сейчас набрал еще опыта. Короче, они получили то, что заслуживали. Они стали выступать на большие залы. Появилась вот эта нужная уверенность для комика. И сейчас на него смотришь, ты такой, ну вот, да. За ним интересно наблюдать. И за образами интересно наблюдать, и за ним самим интересно наблюдать. А из девочек Складчикова, если будет вопрос такой, тут у меня вот два фаворита 100%. Складчикова я просто видел. Я знаю, какой сольник у нее выйдет в следующем году. И там, ну, будет. Такого у нас девочки еще не писали, не выкладывали. Ну вот смотри, а у меня следующий вопрос был. А, стендап-концерт, который нужно обязательно посмотреть. А, из российских? А, ну, давай из российских и из зарубежных. Ну, Белый. Очень хороший концерт, Индикатор. Угу. Очень хороший. Плюс он его 19 раз выложил уже. По-моему, как будто надо бы, уже, чтобы он до всех дошел. Он же все выкладывает по несколько раз. Если посмотреть женский юмор, крутой. Зоя Яровицына очень крутой концерт выложила. Мне прям очень понравился. А из зарубежных, если любите Storytel, то нужно Джима Джефриса смотреть всего. Да. Джим Джефрис мой любимый комик. Да? Ну, вот я узнал. Он невероятно крутой. Там вот формат, как написать историю и вкрапить в нее стендап, это вот к нему. А если потому, что такое вообще стендап, это Дэйв Шапелл, 100%. Не Карлинов, никого уже не надо смотреть. Вот смотри Шапелла, который может 15 концертов в год на Netflix выложить. Слушай, это круто, мощно. Ну и мы поняли, что концерт Вики Складчиковой через год надо обязательно посмотреть будет. Да, я надеюсь, она все снимет, все выложит. Круто. То, что написано, очень круто. Но, кстати, друзья, у Леонида Кулакова тоже впереди большое событие. Концерт, да непростой. Концерт в доме архитектора. Но, разумеется, будет лучше, если ты расскажешь об этом сам. Во-первых, где ты находишься, дом архитектора? Адрес я тебе не скажу, в центре. Недалеко. Центре, да? Да, недалеко от бара моего. Вот, я вот так, я через рекламу бара заеду. Недалеко от Садовой Кудринской 20. Да, я не помню точный адрес. Ну, вот там вот он, в этом центральном районе находится. Прикольный зал на 500 человек. Да, это финальная точка будет благотворительного тура. Собирают денег, а мать починить. Все хорошо, там уже мы кучу тестов сделали. В феврале нашли подозрение на онкологию. Вот я там на панике полетел в Ростов. Начали искать, где что, как. В Ростове не могут идентифицировать. То есть мы все основные тесты уже сделали, чтобы вычислить, что это не онкология, но какой-то странный воспалительный процесс по всей костной структуре. Надо его вычислить, а для этого надо Москва, либо Питер. В ноябре вот в Санкт-Петербурге уже нашли докторов, все нашли. Осталось провести два концерта мне, ну, три, получается. Воркута вот у меня будет. Логистический ужас, конечно, но я вот еду в Воркуту. Потрясающий. А как сюда доехать? Самолет до Ухты, поезд до Воркуты. Это минус двое суток. Минус двое суток и рифма. А поезд сколько? Тоже много. Ну там 600 километров. Да, 8 часов. Там прикол. И вот я выступил. Два концерта в Воркуте, потому что у них никогда в жизни не выступал никто. Ни один человек, по-моему. Ну, комедии там не было. Стендап не приезжал. Не приезжал. Все, доброго, русский язык. И потом обратно, вот прям я двое суток буду добираться. 6-го я днем выезжаю, я в Ухте буду там сколько-то, в какое-то время, и нужно весь день еще ждать. Ну, короче, ну, надо ехать, уже договорились. И 9-го вот финальная точка. Денег собрали много, всем спасибо, кто поучаствовал в этом туре. Уже, по-моему, на все хватает, но просто уже за финалем отправим, и я спокоен буду.
Да, ребятки, вы можете прийти на концерт Леонида Кулакова, не только получить удовольствие и... сделать доброе и дело. И хахашечку, да? Да, сделать доброе дело, действительно. Это круто. А, есть такая опция, кстати, если вы, например, никак не можете приехать в Москву на концерт, вы можете приобрести билеты, написать, что я не приду, и вы сделаете сразу два добрых дела. Кому-то эти билеты возьмут и подарят. Да, да, мы раздали по онкоцентрам, по вот местам, где, ну, хотят ребята сходить и не имеют возможности. Ну, слушай, круто получилось. Как-то так неожиданно эта история придумалась. И много людей подключились под эту историю. Ну, реально классно. Мы отдали в районе, там, отдельный респект, я просто скажу персональному человеку, Антон Городецкий, спасибо. Это я не с ума сошел. Это я не фильм передал сейчас только что благодарность. Не, Антон, вам спасибо большое. Там не могу все распространять, но они как партнеры выступили там без афиширования и выкупили сразу на большую сумму, и мы передали всякие фонды, типа «Дом с маяком», «На месте», все, мы отдали прям большое количество билетов, потому что подключились ребята. Мощно, это круто, это действительно круто. 9 ноября, друзья, «Дом архитектора». Друзья. Друзья. Концерт нашего друга. Леонида Кулакова. Нормально. Вот он, вот он. Да, вот он здесь, кстати. Лень, мы для тебя приготовили эксперимент. Ты непосредственно как человек, связанный с юмором, мягко говоря, ну, со смехом в том числе. В общем, что будет происходить? Есть нарезочки, фрагменты смеха известных комиков. Все российские. Все русскоговорящие. Какой-то крин сейчас, наверное, скажи. Так. Задача просто попробовать тебе понять, чей смех. Ты слышишь смех и... попробуй догнать, кто это, чей. Давай, давай, давай. Поехали, первый вариант. Да, вот такой фрагментик, пожалуйста. Это в конце что такое? Чуть-чуть досмеялся. Так, а это все очень известные люди? Да, или да, мы, это прямо по-разному. Его сосед из Красногорска это все. Ты тоже так-то мой сосед из Красногорска, Гарчик. Да, странно, что я меня там нет. А давай еще раз. Давай, сейчас еще раз поставим. В принципе, ты внимательно и поймешь, кто. Вот это. Не, ну там очень начало больше смеха прям выдает человека. Это Ваня Абрамов. Смотри, это не стендап-комик. Ага. Все, я тогда никого не знаю. Да ладно, не-не-не. Человек с огромным тоже КВНовским бэкграундом. И ну, ты тоже не знаешь, что это. Азамат? Нет. Но тоже... Игорь Жижикин, но, давай уже, но, называй. Но тоже не совсем славянин. Так. Небольшого ростика. Огромный КВНовский бэкграунд. Не совсем славянин. Да. В сторону Сергея Ростика мы идем, так? Ты кто-то сказал мне стендап-комик. Давай, это кто-то по имени Гарик. Нет. Все, тогда у меня закончились варианты. Это был Миша Галустян, ребята. Серьезно, вы что? Теперь вот еще раз послушайте. Да, да, да. И конечно, сразу понятно, конечно, что это был Миша Галустян. Поехали дальше. Какое мракобесие. Это с аншлага женщина, вот эта, которая сидит. Этот человек чисто теоретически мог бы быть женщиной с аншлага. Это уже стендап-комик. Ездит, гастролирует активно с концертами. Давай еще раз. Еще разочек, пожалуйста. Ну вот прям, да, мракобесие. Абрамов. В принципе, его концерт можно описать как, этим словом, мракобесие. Какой? Давай Абрамов, все, я тогда слушаю. Нет, не Абрамов, из северной столицы, человечек. Старовойтов? Нет. Игорь Жижикин, я буду настаивать, мы сегодня будем его пиарить. Так, Гарри, у тебя есть какой-то вариант? Так, он из Питера. Из северной столицы. Да. Это из Питера. Поперечный? А? Поперечный? Нет, нет. Нет, не поперечный. А можно называть это? Не знаю. Так, из северной... А кто у нас стендап-комики из северной столицы? Известные. Ну, прям, ну... Это, ну однофамилец блогера. А, Соболь! Соболь, да, так, точно, ну истерика. Еще один фрагмент. Ну, это понятно. Это тебе понятно. Судя по глазам Лени, ничего не вообще понятно. Вообще ноль внимания. Еще разочек сейчас поставлю. Тоже, кстати, первая нотка смеха выдает все. Гар, давай, ты... Это Гарик Мартиросян. Это Гарик Мартиросян, Мартиросян, да? Да. Вот так смеется Мартиросян. Блин, а я его по истерикам тоже вычисляю, когда он встал, пошел куда-то, отсмеялся, три круга сделал вокруг здания, вернулся, да. Ну, в общем-то, все, на этом мы тебе не будем больше... Ни одного попадания! Ничего страшного. Ни одного Игоря Жижикина, как вы можете? В следующий раз, Лень, специально для тебя. Лень, весь смех у тебя 9 ноября будет, будешь, чем уверен, в Москве будет. Так что это будет твой собственный, а не вот... Правильно. Они тоже, чтобы там дарили, да вообще... Ребят, 9 ноября, еще раз напоминаем, благотворительный концерт состоится
в доме архитектора. Кто будет выступать? Наш сегодняшний гость, Леонид Кулаков. Лень, спасибо тебе огромное, что заглянул к нам. Вам спасибо, пацаны. Хорошего утра дальше. Да, классного концерта. Приходи, еще что-нибудь расскажешь. Чуть обязательно. Да. Обязательно. Все, чао, все, пока. Покеда. На Юмор ФМ.